Пенсия в России регулярно индексируется, постоянно начисляются региональные надбавки, и все же пенсионерам постоянно не хватает денежных средств. На что хватает российской пенсии? Этот вопрос Федерал Пресс выяснил у тюменцев в свежем выпуске «Глаз народа». Скажите, довольны ли вы своей пенсией? Довольна. Я да. Я тоже. Очень довольна. Да? Что Бог дал, то и получаем. Ну, не то чтобы довольна, но как-то пока сводим с концы с концами. Довольны. Довольны. Мы всегда довольны. А на что хватает вашей пенсии? На все. Но нам еще сын помогает. Только на житье, на пищу и все. Ну, только на продукты. Детям помогает дальше. Ну, конечно, не на все. Вот я и стою, поэтому. Конечно, не на все, но больше кто даст, что даст. Все уже. Мне 83 года. Ну все. А потому что у меня дети еще есть. Да. А одна не знаю, когда я жила. Поскольку мы с мужем живем, нам много чего-то покупать не надо, поэтому плюс сбережения какие-то. Я сама шью, сама готовлю, а на остальное все хватает. Запасов тканей у меня еще с советских времен. Есть из чего чего вот сшить. Вот что касается меня, мне хватает абсолютно на все, и даже могу еще детям помочь, да. И все. Но мы, понимаете, люди, мы скромные. Нам уже, как вы видите, вот сейчас нам уже и десятый, и десяток мне идет. Мне куплено 2-3 года назад, и все, и мне не надо ничего. Вот, все, что у нас было куплено, мы все это донашиваем. Да. Новое все. Ничего не покупаем, потому что думаем, Господи, Боже мой, все равно все выбросится. Завтра случится, все выйдет на помойку. Поэтому как бы вот так. Покупаем, все можем себе купить, что хотим. Вот продают форель, мы пошли купили форель.